В Видном проходит плановая проверка газового оборудования в частных владениях. Сотрудники компании «Промгазэнергосервис», обслуживающие жилые дома в нашем районе, обходят квартиры и проверяют состояние газовых плит, а с помощью сигнализатора утечки газа выявляют нарушение целостности труб. К нашему мобильному репортеру, живущему на Петровском проезде, также пришел сотрудник, обслуживающий компании с проверкой. Сигнализатор сразу показал утечку газа, и сотрудник «Промгазэнергосервиса» предложил тут же устранить неполадку. С собой у него было все необходимое. Виктор Николаевич Пигарев трудится в этой сфере четверть века. Опыт и мастерство помогли ему быстро справиться с работой. Пока устранял неполадки, рассказал, что часто, особенно от пожилых людей, слышит жалобы на то, что их обманывают. Аферистов много, всяких. Ходят, навязывают газовые счетчики, газоанализаторы, нюхачи всякие, разводят бабок. Виктор Николаевич предупредил, что каждый представитель газовой компании, который приходит с проверкой, обязан предъявить удостоверение. А продажей и рекламой приборов они не занимаются. По окончании мастер попросил подписать акт, а на вопрос о стоимости работы даже слегка обиделся. Хозяевам осталось только на словах поблагодарить газовщика.